Руководитель республики посетил офицерский бал. В преддверии Дня Победы представители силовых структур показали мастерство в танцевальном искусстве. Офицеры блистали в парадных мундирах, девушки в вечерних платьях, стилизованных под эпоху 19 века. Ставшим традиционным мероприятием 9 лет собирает сотни людей, сохраняя лучшие традиции светских вечеров того времени. Поздравить офицеров с предстоящим праздником Победы пришел глава Калмыкии Бату Хасиков и представители правительства. Для собравшихся гостей и коллег по службе пары исполнили вальс, полонез, минуэт. Как отметили сами офицеры, единение представителей всех силовых структур на мероприятии такого уровня укрепляет взаимоотношения между ведомствами. Все нравится, этот бал, я вообще здесь впервые участвую в этом бале, который приурочен ко дню 9 мая, ко дню Победы. Это очень здорово, что у нас проводят такие мероприятия. Я надеюсь, то, что в будущем это будут продолжать делать, потому что это очень красиво, когда мужчины в формах танцуют, девушки нарядные, все красивые, при макияже, с прическами, в красивых платьях. И когда партнер с партнершей начинает вальсировать, это очень красиво.